Всем привет! 121 серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 22 февраля 2021 года. С русской озвучкой эта серия появится в сети уже на следующий день. Если вы хотите, чтобы брак Ямана и Сихер стал настоящим, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Сихер понимает, что Яман ее любит так же, как она его, но он пока не признается ей в этом. Азухаль считает, что она потеряла Ямана из-за Сихер. Поэтому она снова хочет ей навредить. Зухаль даже не догадывается, что она стала марионеткой в руках Икбаль. И Икбаль, и Зухаль попробуют оклеветать Сихер снова, чтобы Яман перестал ей доверять. Но что бы эти двое ни делали, связь между парой становится только сильнее. Маленький Юсуф рад, что дядя и тетя теперь вместе, и они стали семьей. Хотя брак был заключен формально ради счастья ребенка, на самом деле он очень скоро станет настоящим. А Кирас и Али ждут разные приключения, которые помогут им лучше узнать друг друга. Чтобы не пропустить даты выхода новых серий, а также анонсы к ним, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео первыми.